Ребят, всем привет, всем добрый день. Давно меня не было на канале Amarkets. Сегодня я бы хотел рассмотреть несколько инструментов, это локомотивы рынка, которые я торгую, именно индекс доллара, S&P 500, золото, биткоин. Начнем с индекс доллара, я попытаюсь все сделать кратко, понятно, чтобы долго не затягивать. Вчера я записывал в своем телеграм-канале видео по данному активу, по вообще данным активом, да, я говорил, что у нас есть перевернутая голова и плечи, есть пробой шеи данного паттерна, есть паттерн поглощения свечной, то есть здесь все очень выглядело мощно и есть вероятность, да, большая, что мы пойдем расти дальше и индекс доллара будет расти. Единственное, что меня смущает, ну, как бы даже в данный момент, что у нас есть очень сильная зона. Я извиняюсь, я сейчас выключу, чтобы он не... Есть очень сильная зона сопротивления, это 0,5 Fibonacci, уровень сопротивления, вот, естественный, да, и МА-100. Ну, МА-100 не прям, как бы я считаю, что это сильное сопротивление, но вот это довольно-таки может быть мощное. То, что сейчас мы сделали пробой, это не говорит о том, что мы уже точно полетим наверх. Может быть просто резкий свист вниз, может быть ложный пробой. Соответственно, может еще и на меньших таймфреймах быть. Мы сейчас западняем и можем упасть. Но все же, конечно же, приоритет по индексу доллара больше бычий. Об этом я уже рассказывал вчера в своем телеграм-канале. Ссылка в описании к этому ролику. Кому интересно, подписывайтесь на больше инфы. Так, дальше. S&P 500. По S&P 500 также уже очень долго веду эту сделку, наверное, где-то с декабря, с начала зимы, и сейчас уже есть довольно-таки мощный профит. Здесь у нас нисходящая трендовая глобальная, паттерн чаша стручкой, отлично отрабатывает. Вот я поставил классическое измерение данного паттерна, да, то есть мы видим пробой вот здесь. Ставим, так сказать, грубо говоря, вот эту палку, и, соответственно, мы можем предположить, где будет фиксироваться большое количество людей, которые торгуют по данному паттерну. То есть здесь идет уже психология. То есть здесь у нас, ребят, будет сильное сопротивление. Не за то, что это какая-то магия графических паттернов, а за то, что это логика, потому что многие люди будут делать именно вот так. И, соответственно, здесь будут эти фиксации. Дальше. Здесь у нас 1.618 по Fibonacci. И у нас это образует очень сильную зону сопротивления. Именно зону, потому что здесь слияние двух уровней. И это выглядит больше как будто такой уровень притяжения. Да? То есть одни будут ориентироваться на 1.618, вторые будут ориентироваться на вот эту цель, да. И, соответственно, здесь будет стоять огромное количество отложенных шортов, будут фиксироваться позиции, то есть тейк-профиты будут срабатываться и так далее. И, соответственно, это будет оказывать давление на продавца. Из-за этого моя конечная цель – это вот эта зона сопротивления. Здесь я буду фиксировать прибыль. Пока что я рассматриваю дальнейший рост. Что лично касается моей группы, мы уже 50% зафиксировали, стоп у нас стоит без убытки, мы просто наблюдаем уже, грубо говоря, с попкорном, что будет дальше. Но то, что произошло, это уже был довольно-таки мощный рост, ребят, все-таки 7,7%, это довольно-таки немало. S&P 500, если продолжит расти, а скорее всего она продолжит расти, соответственно, будет за ней подтягиваться активы, которые входят в этот индекс, а именно то, что сейчас также ведем Nvidia, Amazon, Meta, Facebook, да, бывший, что там еще, AMD, MSFT, то есть Microsoft, то есть все эти, ребята, активы, они сейчас просто прут вверх, и в основном там уже price discovery, то есть был пробой all-time high, и, соответственно, мы летим в космос, где можно ориентироваться в основном только по уровням Fibonacci, где может быть, да, какое-то препятствие. Ну, то есть я так ориентируюсь. Так что пока по S&P 500 глобально, конечно же, рост. Отрисуется какой-то разворотный паттерн, тогда буду рассматривать. Пока я не вижу предпосылок, чтобы здесь сейчас на таком сильном тренде после пробоев, после всего открыть шорт. Так что немаловажный фактор. Индекс доллара растет, S&P 500 растет. В основном это обратно коррелированные инструменты. И как вы видите, что, грубо говоря, плевать, мы просто прям вверх и все. Так, это поэтому все. Я все сказал. Я рассматриваю пока что акции Америки в рост. А именно, это технологические акции, те, которые входят, еще раз повторюсь, в индекс S&P 500 золота.
по золоту. Так, еще с другой открою график. Я не помню, или я говорил это на канале Markets, но здесь, ребят, я все-таки придерживаюсь только лонг. У нас огромный паттерн, чаша с ручкой. Внутри ручки у нас есть паттерн перевернутая голова и плечи. Те сейчас могут сказать, да, паттерн голова и перевернутая голова и плечи, это разворотный паттерн, ну, как и паттерн голова и плечи. И нужно, чтобы был с... нисходящий тренд, и, соответственно, там можем паттерн рассмотреть. В данный момент я наблюдаю лично за, сугубо за зарубежными трейдерами, которые уже торгуют там от 20 лет и выше, и по графическим паттернам, по валидным, по правильным графическим паттернам, то есть черти так, такие, как они должны быть. И все как один уже рассматривают данный паттерн как паттерн, так же, как и паттерн продолжения. И из моего относительно скромного опыта он также работает отлично как паттерн продолжения. Так что я буду рассматривать, это для меня будет дополнительный такой фактор для того, чтобы открыть лонг. То есть, что мне нужно? Мне нужно, чтобы был пробой вот этого злосчастного уровня. Он очень тяжелый. Раз, два, три. И здесь был еще ложный пробой. Вот здесь нужен закреп, чтобы это был самый высокий закреп за всю историю золота. Здесь я буду открывать лонг и буду ждать цену, как поход цены, как минимум, к отметке 2, вот, к 1.618. Там дальше буду рассматривать. То есть, рассматривать шорт на золоте глобальный, я думаю, что в данный момент это как бы... С моей точки зрения, это неразумно вообще. Если будет какой-то паттерн, можно. Но опять, я наблюдаю за золотом, я наблюдаю за индексом. Тоже обратно коррелированные инструменты в основном. Но сейчас, при том даже, что индекс мощно пошел вверх, акции S&P 500 вообще не обращает на это внимания. Да? То есть они просто уже в price discovery золото, ну, не с такой силой оно падает, как оно должно, по идее, падать, когда индекс растет. Так что золото и все, что касается рынка металлов, да, я думаю, что золото будет с собой подтягивать и серебро, и другие металлы. Посмотрим. Так что, в общем, еще раз повторюсь, я золото рассматриваю только рост, но нужен пробой вот этой зоны, этого уровня сопротивления. По перевернутой головы и плеч, как паттерн продолжения, просто вам на заметку покажу. Вот у нас сделка есть. Так, давайте на каком лучше посмотреть. Давайте на дневке все-таки, да, мы на дневке рассматриваем. Вот у нас паттерн продолжения голова и плеч. Посмотрите, какая мощнейшая отработка. То есть у нас уже давно зафиксировано 50% всего объема. Просто посмотрите, что здесь было. И это букинг, здесь сумасшедшая волатильность. И, ну, соответственно, сюда заходить нужно только таким с хорошим депозитом, потому что риск очень повышен. Здесь огромное количество пунктов. То есть если мы возьмем по в пике, это у нас 40 960 пунктов. Ребят, довольно-таки неплохо этот паттерн отрабатывает, как и продолжение. Посмотрите трейдеров в Твиттере, вам будет очень интересно, вы удивитесь. Так, хорошо, дальше идемте по плану, у нас биткоин. По биткоину я вел этот актив еще, наверное, с где-то 26 тысяч, я вот не помню, да, где-то отсюда я давал идею, и, соответственно, вот так мы его тянули вверх. Также рекомендация была обязательно фиксировать частями вот в этой области и вот в этой. Что сейчас у нас? У нас сейчас, так, все-таки давайте на недельку вернемся. Сейчас я перерисую. Здесь все, конечно, очень субъективно, а каждый может начертить, как хочет, да. То есть бывают просто такие места, где кто-то увидит так, кто-то так. То есть у меня здесь был паттерн вымпел, да. То есть мы видим, тела сужаются. И, соответственно, после такого мощного роста здесь был паттерн вымпел, был пробой ложный. Здесь, как мы видим, закрепления не было. Здесь также был пробой ложный, закрепления не было. То есть, грубо говоря, здесь просто сделали распил и обокрали жадных и неопытных. Чего я жду? И, возможно, будет еще какой-то распил, что-то здесь еще будет, но я жду дальнейшего роста биткоина.
Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы развернуться в шорт. Я не топлю ни за что, потому что я могу в любой момент поменять свою точку зрения. Если я увижу разворотный паттерн, или, например, мы резко упадем ниже вот с этой отметки, $36 000, закрепимся, я, конечно же, буду уже настроен на шорт, потому что это довольно-таки сильная зона поддержки в данный момент. Если она будет сломлена, я думаю, что мы начнем катиться вниз. Если же здесь образуется какой-то паттерн разворотный, я тоже рассмотрю шорт. Пока что на недельном таймфрейме о каких-то шортах говорить вообще просто, я считаю, неразумно. Дальше. Если перейти на более мелкий таймфрейм, а я торгую в основном только крупные таймфреймы, я редко это делаю, но мы же делаем анализ. У нас здесь есть, ребят, паттерн, который уже был. Я его только что удалил, чтобы лучше было видно ситуацию на недельки. У нас здесь, ребят, паттерн, опять голова и плечи. Вот, он уже почти сформирован, то есть мы уже пришли к шее, нужен только пробой и закреп, и здесь можно будет для более среднесрочных трейдеров открыть лонг. Открыть лонг, и обязательно вот эту вещь нужно делать. Вы можете не фиксироваться по классике, да, то есть измерения можете делать такое, можете не фиксироваться, но вы должны на это опираться. Почему? Потому что здесь вот это на зарубежном рынке вот делают очень многие трейдеры. То есть я вот смотрел, и это не просто, да, какие-то там 20-летние трейдеры, а уже трейдеры там за 50 лет. И, соответственно, вот здесь будет очень мощное давление, потому что будут одни ориентироваться на измерение высоты этой головы, да, так сказать, другие будут ориентироваться, ребят, на вот эту ситуацию, на 0.618 по Фибоначчи. А здесь, как вы видите, опять происходит, да, грубо говоря, вот такое слияние. У нас здесь просто очень мощное будет сопротивление. Плюс, конечно же, вот этот уровень. И здесь будет, я не думаю, что здесь быстро мы пройдем. Возможно, будет еще один отбой. И еще вот тут мы можем очень долго ходить, вплоть, может, до осени. То есть, по-разному, может быть, не знаю. Такие прям четкие прогнозы я дать не могу. Но то, что в данный момент я сейчас вижу, мне бы хотелось пробой верхней границы, закрепление цены. И здесь можно открыть лонг по биткоину. Также, соответственно, если биткоин будет себя хорошо чувствовать, желательно, чтобы доминация биткоина не росла, альты будут стрелять. Об альтах я начал говорить еще, наверное, в начале октября. И, соответственно, конечно, я ожидал, что будет все-таки булл, да, то есть альты попрут, но альты стреляли именно выборочно. И в основном выстрелы были альткоинов от каких-то мощных графических паттернов. Ребят, это все. Буду благодарен за лайки. Подписывайтесь на каналы, на мои ресурсы, которые есть ниже этого видео. Всем спасибо и всем пока.